Вот, срочно! Только что звонили в ночной продакшн и сказали, что у тебя угнали гелик! Как? Вот так вот бандиты пробрались, угнали, я не знаю! Хочешь, ты сам возьми телефон, позвони! Взяли гелик, угнали! Да, прямо из офиса! Что же делать? Звони А4 продакшн, быстрее! Надо в полицию звонить! Или в полицию звони, бери телефон, давай, беги! Как это произошло? Я не знаю, пробрались в гараж! Как это произошло, если гелик? На автосервисе. А? Может объяснишь? Гелик на автосервисе. Это пранк. Иди. Пранк.